Нашли мы ракушку, а внутри нее живет крабик. Покажи крабика. Вот там он живет. Так, а вот еще одна ракушка Красного моря. Тоже мы ее сегодня здесь выловили. Вот там внутри кто-то тоже живет. Щупальца торчит. Но мы не будем их себе забирать, потому что это живые существа. Мы их сейчас отпустим. Да, вот такие ракушки в Красном море. Thank you.
Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.